Добрый день, дорогие друзья! Приветствую с городе курорте Анапа. Вовсю у нас уже буйство зеленых красок. Мы находимся с вами на улице Трудящихся. Один А, с правой стороны у нас СЭС находится, с левой стороны Институт береговой охраны ФСБ. И сегодня мы пройдемся с вами мимо сквера Аванесова. Смотрите, какая здесь красота, кстати, бесплатный туалет. Скоро будут розы. И пойдем на деревянный спуск. Давно мы там не были. И здесь я хочу рассказать об этих местах. То есть, одно из прекраснейших мест для прогулок, потому что идете по высокому берегу, смотрите постоянно на море, ничто не закрывает вам вид, огромное количество котиков разнообразных можно подкормить, погладить, и самое важное, что здесь внизу можно спрятаться от ветерка и прям сгорать, не загорать, а сгорать на солнце, и будет просто великолепно и прекрасно. Хотелось бы, чтобы эта зона сквера Аванесова сохранился навсегда, потому что есть такая информация, что земля здесь, в прошлых, по крайней мере, генпланах была переведена под ЖК. Будем надеяться, что все-таки оно так останется. Посмотрите, какое чистое море. Уже первые маки появляются. Ой, скоро они вспыхнут тысячами красных огней, и это будет просто великолепно. В общем, спускайтесь здесь вниз. Ветер там не такой, как даже вот здесь сверху. И солнышко, лучи вас будут просто прогревать на горячих камнях. Это вот такие ощущения. Прогуляемся, спустимся, посмотрим, как там погода. Ждем, конечно же, еще и появления всех вот наших розочек. А вот и котейка сидит уже, и людей довольно-таки много гуляет. Жалко сосенки, которые никак не приживутся. Сколько их уже здесь погибло на этих берегах, хоть бы одна уже запустила свои корни, наверное, на другой сорт. Какую-нибудь там пицунскую сосну взять, либо крымскую, это, по-моему, обычная высаживается. Я не сильно разбираюсь, могу ошибаться. В скором времени за листиками появятся и цветы на лохе серебристом, это действительно дерево так называется. И здесь будет пьянящий тоже аромат от него стоять. Особенно у нас на дюнах, где его растет гораздо больше. Но не будем о дюнах, сегодня мы все-таки о каменных пляжах разговариваем. Здесь огромное количество лавочек, можно на них также сидеть, смотреть на море. Красота! Особенно, когда море такое чистое, манящее. Впереди у нас 40 лет Победы спуск, на который мы обязательно сходим. Там сейчас идет реконструкция глобальная. А сзади у нас остался Тургеневский спуск. То есть мы примерно посерединке находимся, чтобы все пляжики показать и рассказать. Вдруг вы приедете в этот райончик отдыхать и захотите какие-то такие более уединенные пляжи. Шикарно смотрится. Чистота газона. Правда, что-то у нас не косят в этом году. Мусорки, лавочки, освещение, камеры видеонаблюдения. Прям большое количество. Знамя тут прям очень сильно наблюдать будет. Но, с другой стороны, больше видят, крепче спим. Не будет вопросов, надеюсь, кто где что сам сотворил. И будет больше сохраняться наше благоустройство. По крайней мере, мы на это надеемся в полной мере. И мы уже практически добрались до того самого деревянного спуска. Покоряться нам эти ступеньки или нет? Обидное самое, что приболел я вчера. Сегодня в 5:30 утра проснулся, и получается, была прям очень резкая боль в горле. Я думал, что все, хана мне. Но сегодня все-таки получилось исполнить все свои намеченные планы, которые были в первой половине дня. Отснял магазин VVR Home. Буду, кстати, от души вам, ребят, благодарен, потому что это рекламный видеосюжет будет, познавательный ролик. Если вы зайдете, поставите лайк, напишите комментарий, нажмете поделиться, потому что чем больше увидят, как говорится, реакции на рекламных видео, может, будет еще заказы, и Юрик заработает еще чуть денежек. Так что все зависит только от вас. Ой, какие здесь ароматы. Где-то что-то цветет и так вкусно пахнет. Как морешка? Пошла. Прекрасно. Вон, хорошие отзывы. Прям вообще хорошо. Эти желтые какие-то цветы, такие фиолетовые. Красота. Когда идешь здесь в летний период времени, когда уже все прям в зелени, ощущение, как будто, знаете, в какую-то сказку спускаешься в страну под шум морской волны. Какая красота, мои дорогие друзья. Ощущение, конечно, просто эпичности этих мест не покидает меня. Ступенек довольно-таки немного, да. Мы сейчас минуту 20 спускаемся. Вы можете сами прочувствовать. То есть они широкие, довольно-таки удобные. Реконструкция, по-моему, производилась еще в прошлом году. То есть довольно-таки свежая лестница, не опасная. Значит, можете приходить и пользоваться в полной мере. Ой. Мы практически добрались. Здесь есть элементы благоустройства, так понимаю, летом есть и спасатели, которые работают, так что можно себя чувствовать здесь довольно-таки безопасно.
и последние ступени нас уже отделяют от моря. Раз, два, три, морюшка впереди. Здравствуй, наше море, любимое, черное, красивое. Благоустройством пляжа, я так понимаю, здесь пока еще никто не занимается. Абсолютно ничего не сделано, но очень чисто. Люди вот приходят с той стороны, видно, что со своей палаточкой, чтобы отдыхать. Купание запрещено, опасно для жизни. Просто шикарно. И давайте сегодня вам пляж покажу. Да, вот тут такая табличка. Просто прийти, посидеть, послушать звук морской волны. Хотя я здесь купался неоднократно, не знаю, что-то стало вдруг опасно. Прям мне непонятно. И в эту сторону тоже у нас свободные пляжи. Спрашивают часто, где пожарить шашлычки. Вот приезжайте сюда, пожалуйста. Единственное, от души прошу, убирайте за собой, друзья мои, чтобы была чистота и красота за вами. Давайте спустимся ближе и замерим температуру. Воздух у нас показывает 18 градусов температура. Давайте узнаем, сколько же там у нас температура воды. Такая вот красота, дорогие мои друзья. Даже уходить не хочется, честно. Сидишь, такое удовольствие получаешь. Температура водички. Что-то как-то много. Подождите. А, выкинул, наверное, градусник. 17 просто показывает. В общем, с вами пока поговорим, она сейчас поменяется. Потому что приходите, дышите морем. Даже сейчас я с вами закончу видеосюжет записывать. И посижу еще, послушаю морешко. Еще полезно для моих связок, потому что что-то как-то внезапно заболел. Прям неожиданно. Хотя вчера я уже чувствовал, у меня голова кружилась. Температура 36,3. То есть вообще какая-то низкая. Обычно то есть организм борется, а я наоборот начал замерзать. Очень странное ощущение, конечно. В общем, передаю привет в каждый ваш город. Спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо, что к нам приезжаете. Желаю вам счастья, любви, долгих лет жизни. Чтобы все получалось именно так, как вы этого хотите. Морюшка волнуется без вас. Ждет, когда вы к нам приедете. И мы надеемся, что наша встреча обязательно случится. Мирного неба над головой, друзья. Не прощаемся. До следующего видео. Ну, а вы нажмите кнопочку поделиться, подпишитесь и на море посмотрите. Чуть не забыл. Температура моря
13,9 показывает. Я на самом деле очень удивлен. Как-то слишком тепло. То есть даже теплее, чем на песчаных пляжах было оно. Это великолепные новости. Ежики сейчас будут задувать и будут пригонять теплые слои воды. А значит, в скором времени мы увидим уже и 18, и 20.